Так, девушки, приветствую вас на своем вязальном канале. Мы с вами приступаем к подготовке к зимнему периоду и начинаем вязать вот такие прелестные снежинки. Для тех, кто смотрит меня через YouTube или Дзен, очень жду вас в своем вязальном канале в Telegram. Там я отвечаю на вопросы, дублирую какие-то уроки по видео, объясняю девочкам, если возникают вопросы. В общем, там много чего интересного. Мы просто общаемся. Замечательный круг у меня там вязальщиц. Для тех, кто смотрит Telegram, очень рада, что смотрите. Вот, сегодня будет мастер-класс по вот такой большой снежинке. Прелестная снежинка, связанная рельефной техникой, объемной. А все расскажу, покажу. В следующем мастер-классе будем вязать вот такую маленькую снежинку. Итак, нам понадобятся белые ниточки. У меня пехорка. А вот такая вот хлопок натуральный. Ну, натуральный стопроцентный. Вот, любая, в общем-то, тоненькая ниточка белого цвета для вязания скатерти, салфеток подойдет для такого рода снежинки. Итак, начнем. И, ну, крючок нам, конечно же, понадобится. У меня 2,0, можно 2,5 еще взять. Начинаем. Итак, вы сейчас посмотрели схему, по которой мы с вами будем вязать. Мы сделайте скрин, сохраните и по ней будете вязать. Я вам буду показывать, соответственно, каждый ряд, как вяжу я. Значит, в середине схемы вы увидите кольцо. Я обычно просто набираю воздушные кольца, воздушные петли, и из них формирую колечко. 3, 4, 5. Ну, допустим, у меня, по-моему, там было 6 воздушных петель, соединяю соединительной петлей, и далее вы видите 3 воздушные петли для подъема, 2, 3. Потом у нас идут столбики с накидом, их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. То есть мы в это колечко провязываем 11 столбиков с накидом. Вот, при этом, видите, я как бы ввязываю хвостик для того, чтобы просто его потом не закрепляя, а отрезать. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Обязательно пересчитывайте, если вы не уверены. Ну, или даже если уверенно, пересчитывайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И получается 12 столбик у нас состоит из воздушных петель, которые мы набирали для подъема. Вершину этих воздушных петель мы делаем соединительный столбик. То есть соединяем все наше вязание вот в такой вот кружочек. Затем по рисунку идут 3 воздушных петли для подъема и 1 воздушная петля по рисунку. Затем мы видим какой-то столбик с накидом, который очень похож на обычный столбик с накидом, только внизу крючок. Вот когда у нас крючок идет как бы слева направо, это у нас изнаночный рисунок. Когда справа налево, это будет лицевой. В данном случае изнаночный. И это означает, что это рельефный столбик изнаночный. То есть то, что нам нужно связать рельефным способом изнанкой. При этом с накидом. Делаем накид. Вставляем крючок в ближайшую по ходу вязания дырочку. Обходим как бы столбик предыдущего ряда с накидом. То есть видите, как бы накидываем сверху на этот столбик крючок, выставляем как бы крючок с изнанкой, с изнаночной стороны, подхватываем нить, аккуратно ее проводим
у нас получается на крючке петля, накид, петля. Провязываем сначала петля, накид и потом 2 петли. И это мы с вами связали рельефный столбик с изнанкой, то есть изнаночный рельефный столбик. Таким образом, по рисунку смотрим, далее у нас идет одна воздушная, и далее каждый вот такой вот столбик предыдущего ряда нам нужно вот таким вот изнаночным рельефным способом обвязать. Не забываем, что у нас между каждым рельефным столбиком идет по рисунку воздушная петля, делаем ее и, соответственно, провязываем 11 рельефных изнаночных столбика. Вот что у нас получается с вами. Такой рисунок уже. А теперь нам нужно сделать воздушную петлю по рисунку и соединить с предыдущим, с вершиной, как бы в этом ряду воздушных петель, которые мы вязали для подъема. Соединяем. Вот такая у нас уже красота, можно сказать, получается. Далее, что мы видим? 3 воздушных петли для подъема. 1 воздушная петля по рисунку. И далее мы видим такую интересную конструкцию, которая тоже с крючком, но крючок уже в другую сторону. Видите, как бы он справа налево. То есть это уже у нас лицевой крючок. Это говорит о том, что мы будем вязать лицевой стороной. А что мы будем вязать лицевой? Лицевой мы будем вязать 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидами двумя, видите, две полосочки, соединенных в одну вершину. То есть показываю. Делаем 2 накида. Теперь нам нужно подхватить с лицевой стороны. Как бы мы вводим с лицевой наизнанку крючок, подводим под столбик предыдущего ряда, который у нас рельефный, подхватываем нить, вытягиваем ее и провязываем 1 петлю с накидом, 2 петлю с накидом, 3. Только мы не довязываем до конца, а оставляем 2 петли как бы на крючке, потому что нам нужно, чтобы они все еще соединились в одну вершину, как бы они, видите, все 5 столбиков с двумя накидами рельефных лицевых соединены одной вершиной. То есть делаем еще раз 2 накида, провязываем таким образом вот 5 петель, 5 столбиков каждый, не довязывая до конца. Теперь у нас уже, видите, 3 петли. Теперь у нас 4 петли. Теперь у нас 5 петель. И последний столбик рельефный, лицевой, с двумя накидами провязываем. И у нас получается 6 петель на крючке. И вот теперь мы их все провязываем вот так вот вместе. Вот. Понятно, что у нас с вами получилось? У нас с вами вывязываются вот эти вот как бы такие вот пышечки. Вот. Далее у нас с вами по рисунку идет столбик с накидом обычный в воздушную петлю предыдущего ряда. Делаем накид и провязываем столбик с накидом просто. Все. Далее у нас по рисунку 1 воздушная петля. И снова 5 столбиков с двумя накидами рельефных лицевых, провязанных в одну вершину. И так у нас повторяется рисунок до конца ряда. То есть внимательно смотрим, куда мы провязываем вот эти пышечки, куда мы провязываем столбик с накидом и когда мы делаем воздушную петлю по рисунку. Вот, соединяем, делаем столбик с накидом,
воздушную петлю и опять пошли делать эту пышечку. И получается у нас вот такая пышная, объемная красотища. В конце видео я рассказываю о том, как накрахмалить данную салфетку. Вот, потому что, конечно, когда мы с вами свяжем, она будет еще, вид у нее такой будет еще незавершенный. Но как после того, как вы ее накрахмалите, будет, конечно, вообще красота. Довязываем до конца ряда и встречаемся и идем дальше по схеме. Итак, вот такая красота у нас уже с вами должна была получиться. Смотрим дальше по рисунку. Мы переходим на светло-коричневый цвет, видите, да? И здесь мы видим две воздушных петли как бы с крючком. Это значит, что мы должны, этот крючочек подхватывает вот эту воздушную петлю, которая вот здесь у нас с изнанки. Но так как она подхватывает воздушную петлю и не столбик, то здесь не принципиально. Мы можем просто подхватить как бы отсюда нить, провязать ее и сделать две воздушных петли. Вот у нас по рисунку получилось. Далее, что мы видим? Из этой же как бы вершины, но по сути здесь не имеет значения, мы просто провязываем столбик с накидом лицевой. Видите, крючок у нас как бы справа налево идет. Лицевой в столбик с накидом предыдущего ряда. Рельефный столбик с накидом лицевой в столбик, в столбик обычный предыдущего ряда, столбик с накидом предыдущего ряда, вот оно. То есть мы пропускаем вот эту пышку, видите, мы ее пропустили по рисунку, и провязываем вот в этот столбик с накидом, который был у нас в предыдущем ряду. То есть мы делаем накид. Так как у нас лицевой рельефный столбик, то мы подхватываем как бы с лицевой стороны этот столбик, да, провязываем. Вот у нас получился такой вот треугольчик, как по рисунку. Потом мы видим 4 воздушных петли. 4. Воздушные 4 петли. И далее что мы видим? Мы видим рельефный столбик с накидом. Опять же, вот в этот столбик с накидом предыдущего ряда провязываем. И вот у нас по рисунку получается такой треугольничек, вот как на схеме. То есть оба получаются рельефно столбика мы провязали в столбик с накидом предыдущего ряда. И далее так мы идем бы по рисунку. Итак, вот мы закончили этот ряд. В конце мы видим по рисунку 4 воздушных петли и соединяем соединительная петля вот вершину вот этого треугольника вот сюда. Соединяем соединительной петлей. Далее по схеме мы видим очень интересный рисунок. Не пугаемся. Значит, черным цветом у нас идет следующий ряд. А вот этот крючок бежевый, он у нас идет из следующего ряда. После черного ряда, поэтому мы на него не обращаем внимания и смотрим, что у нас по рисунку. По рисунку у нас одна соединительная петля, вот эта черная точка, и 3 воздушных петли. Далее, вот эти вот воздушные петли, которые мы в предыдущем ряду провязывали по 4 штуки, мы провязываем столбики с накидом. В первой воздушной петле мы провязываем 5, а затем они у нас по рисунку пойдут по 6 штук. Вот, провязываем столбики с накидом.
2, 3, 4, 5. А далее следующие воздушные петли провязываем 6. И так до конца ряда по 6 идем. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Итак, заканчиваем этот ряд и встречаем. Итак, вот что у нас с вами получилось. Мы закончили этот ряд. Далее мы видим черную точку, которая соединяется у нас вот здесь с воздушными петлями, с вершинами. Да? Соединяем. Вот у нас получился вот такой вот ряд. Далее мы видим по рисунку у нас идет воздушная петля. Вот мы ее провязываем. Воздушная петля. И далее мы видим с вами какой-то крестик и крючок. Крючок, как мы видим с вами, слева направо идет, то есть изнаночный. Подхватываем, как вот по рисунку, сначала вот эти три воздушные петли. Это у нас получается столбики без накидов, лицевые. Подхватываем, провязываем. Итак, каждый столбик с накидом предыдущего ряда мы должны провязать, подхватывая его с изнанки. При этом обратите внимание, на схеме иногда это не сразу видно, можно ошибиться. Мы провязываем, получается, 3 из таких столбика без накида с изнаночной стороны, то есть они у нас изнаночные. А затем, смотрите, 2 воздушных петли мы делаем. Раз, два, по центру получается. И далее опять довязываем вот эти столбики без накида, изнаночные. А вот таким вот образом. И далее идет такой, видите, как бы длинный крючок, который у нас с двумя накидами и лицевой, потому что идет справа налево, да, в вершину вот это вот треугольничка, который мы вот видим вот здесь у нас на рисунке. Вот оно, вот этот треугольничек. То есть делаем 2 накида. Подхватываем лицевым способом вот эту вершину, провязываем. Это у нас получается рельефный столбик с двумя накидами за вершину ряда, который идет до того ряда, который мы вязали, ну, до этого, то есть не в предыдущего ряда, ну, поняли, в общем, вот за эту вершину, вот здесь вот за вот этот рисуночек. Далее опять также провязываем столбики без накида лицевые, изнаночные столбики без накида, 3 штуки. Делаем 2 воздушных петли по рисунку, по центру получается этой конструкции. И опять провязываем 3 столбика без накида, изнаночные. Так вот, да, и делаем столбик с двумя накидами за вершину предыдущего ряда, рельефный, лицевой получается. И опять пошли столбик без накида, 3 штуки, 2 воздушных петли. Раз, два и 3 столбика без накида, изнаночные, провязываем. Надеюсь, вам не кажется это сложным. На самом деле, когда это всю технику уже понимаешь, это все совсем-совсем не сложно. Значит, рельефный столбик с двумя накидами лицевой за вершину нашего треугольничка. И далее опять столбики без накида,
Не забывайте в центре делать 2 воздушных петли. Нам это пригодится в следующем рисунке, в следующем ряду. Довязываем этот ряд и встречаемся. Итак, этот ряд мы закончили, едем дальше. Следующее, переходим мы уже к ряду черного цвета. Да, черного цвета. Значит, и что мы видим? Мы видим, что вот мы связали последний вот этот с 2 накидами рельефный столбик, который у нас шел за вершину треугольничка. И далее нам нужно сделать соединительную петлю. Так, сейчас. Несколько, получается, соединительных петель. Вот если видите черные точки, да, то есть сначала черная точка, которая у нас идет коричневого цвета. Потом идет у нас 3 черных точки черного цвета. Это соединительные петли. Мы их вот сюда провязываем до воздушных 2 петель вот сюда. Вот. Соединительные связали. И теперь 3 воздушных петли и 3 столбика с накидом вот в это, вот в эти 2 воздушные петли предыдущего ряда. 3. Далее у нас 1 воздушная петля идет. И далее у нас такая конструкция из 4 полустолбиков в одной вершине рельефных в рельефный столбик с 2 накидами лицевой предыдущего ряда. Вот он. То есть мы делаем накид, не довязываем этот столбик. Прям вот 3 остается у нас. Делаем накид. Еще раз не довязываем. Итак, 4. Это у нас 2, 3, 4. Провязываем вместе теперь уже. Далее делаем 1 воздушную петлю. И далее делаем уже по 4 столбика с накидом. Вот в эти 2 воздушные петли предыдущего ряда, которые у нас шли по рисунку. 4. Воздушная петля. И опять делаем вот эту пышечку из 4 столбиков. Из 4 полустолбиков. Получается, мы их не довязываем, просто вот так набрасываем. 3, 4. А потом провязываем все вместе. Воздушная петля, столбики с накидом. Воздушная петля. Снова пышечку. Вот этот ряд вяжем и встречаемся. Так, поехали дальше. Значит, вот мы закончили, вот у нас по рисунку идет пышечка. Далее мы сделали, ну давайте сделаем вместе, значит, воздушная петля у нас идет. Соединяем соединительной петлей, значит, с воздушными петлями подъема предыдущего ряда. Переходим на коричневый ряд. Там у нас и получается 3 воздушных петли. И далее мы видим, что здесь у нас рельефные столбики лицевые. Значит, нам нужно провязать 2 в 1 столбик. Значит, делаем накид. Рельефные столбики лицевые с накидом. Раз. 2. Потом у нас идет 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее у нас 3 рельефных столбика лицевых с накидом в 2 столбика с накидом предыдущего ряда. То есть мы, получается, в 1 провяжем 2 рельефных столбика. А в следующий, вот он следующий, второй, провяжем 1. По рисунку далее 1 воздушная петля. И далее
Вот в каждой, получается, у нас здесь 4 столбика с накидом предыдущего ряда. Нам в каждые 2 нужно провязать 3 рельефных столбика. То есть какой-то из них мы провязываем 2. Какой-то 2. Какой-то 1. И 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И также далее по рисунку 3 рельефных столбика. Давайте уже ускоряться, а то видео у меня получается очень большое опять. Одна воздушная и далее идем по рисунку. Заканчиваем эту сторону и встречаемся. Итак, заканчиваем этот ряд одной воздушной петлей по рисунку и соединительной петлей с воздушными петлями с вершины воздушных петель предыдущего ряда. Далее у нас идет с вами черный ряд. Начинается он с соединительной петли. Вот мы ее провязываем в первый столбик рельефной предыдущего ряда. Набираем 3 воздушных петли. И далее, значит, вот у нас остался один столбик рельефный предыдущего ряда. В него нужно провязать, получается, лицевой столбик, лицевой рельефный с накидом. Вот по рисунку провязываем. Далее, получается, значит, посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 столбиков с накидом. Вот сюда, в эту арку из 6 воздушных петель, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 3 столбика рельефных лицевых с накидом в 3 столбика рельефных предыдущего ряда. То есть в каждый столбик свой столбик рельефный. Вот. Вот так у нас получается. Далее, смотрите, какая конструкция. Здесь у нас получается, нам нужно как бы отсюда же прям сразу связать предыдущего ряда рельефный столбик, еще один рельефный столбик. Вот. И вот у нас получается вот этот треугольничек. Видите, вот как по рисунку идет. Далее идем все так же. Получается, один мы уже рельефный столбик провязали сюда. Значит, сюда еще. Получается у нас 2 в каждый рельефный столбик по рельефному столбику. И вот сюда получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 3 рельефных столбика в каждый рельефный столбик предыдущего ряда. И так далее. Заканчиваем этот ряд. И у нас останется с вами всего получается 2 ряда. И снежинка наша с вами готова. Давайте заканчиваем этот ряд и встречаемся. Хорошенькая. Так, дальше. Значит, мы с вами переходим на коричневый, получается, ряд. Черный мы заканчиваем. Заканчиваем соединительной петлей. Вот черная точка в вершину воздушных петель, которые мы набирали для подъема. Соединили. Дальше у нас с вами идут соединительные опять петли. Вот их две коричневых теперь точки в 2 следующих столбика. То есть вот мы вяжем 1, 2. Набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3.
И здесь нужно внимательно смотреть, потому что по схеме тут как бы такая путаница немножко, но мы с вами разберемся. Значит, у нас с вами идет столбик рельефный с накидом изнаночный. Во второй столбик с накидом предыдущего ряда. То есть вот у нас первый столбик, вот второй столбик с накидом. Мы делаем в него изнаночный рельефный столбик. То есть, да, с изнанки мы заводим крючок, подхватываем нить, вытягиваем ее и провязываем. Так, сейчас. Значит, протягиваем нить. Вот у нас петля, накид, петля. Провязываем. Вот. Дальше мы смотрим по рисунку. У нас одна воздушная петля. Далее опять изнаночный столбик рельефный, предыдущего столбик, предыдущий с накидом, да. Далее у нас еще один столбик рельефный изнаночный. Провязываем. Далее у нас идут две воздушных петли. И далее в обратном порядке два рельефных столбика изнаночных. Одна воздушная петля, два рельефных столбика изнаночных. Одна воздушная петля. И далее смотрим внимательно. Значит, у нас по рисунку идут два столбика рельефных с накидом лицевых. Вот смотрите, их вообще 4, видите, они соединены одной вершиной. То есть мы как бы провязываем один рельефный столбик, провязывая петлю и накид. Не до конца оставляем 2 петли. Делаем второй такой же сюда. Не до конца. Потом, видите, вот этот треугольничек у нас пропущен. То есть у нас 2 столбика предыдущих, которые с одной вершины, они у нас пропущены. И мы сразу идем в следующий. То есть вот раз, два пропускаем, в третий идем. Также делаем накид, провязываем. Так, только они у нас лицевые, а я их изнаночные вяжу. Неправильно. Лицевыми. Так. Так. Два пропускаем. Третий. Четвертый. Все провязаны были не до конца, и у вас должно было остаться 5 петель. И их провязываем вместе. И у вас получилось с одной вершиной 4 столбика рельефных с накидом в одну вершину. И далее идем по рисунку. Опять же, смотрим внимательно рисунок. Значит, у нас одна воздушная петля. Изнаночные уже идут столбики рельефные с накидом. Рельефные, изнаночные 2. Воздушная петля. Опять 2 изнаночных рельефных. Две воздушных петли и в обратном порядке 2 изнаночных рельефных, воздушная петля, 2 изнаночных рельефных.
И далее нам нужно опять соединить 4 рельефных лицевых столбика с накидом в одну вершину, не довязывая их до конца. То есть 2 провязываем, не довязывая до конца, 2 столбика пропускаем в третий. И соединяем все вместе. То есть 4, да, получилось. Ну и поехали дальше. Опять так, воздушную петлю забыли. Воздушная петля. Рельефный изнаночный. Рельефный изнаночный. Воздушная петля, опять рельефный изнаночный, с накидами, да, накиды, не забываем. 2 воздушных петли, опять рельефный изнаночный, рельефный изнаночный. Воздушная петля. 2 рельефных изнаночных. Воздушная петля. И 4 рельефных с накидом лицевых. Раз. Два. 2 пропускаем в третий. И в четвертый. И соединяем одной вершиной. Вот. И далее идем по рисунку. Я заканчиваю и возвращаюсь к вам. Итак, заканчиваем мы ряд. Я надеюсь, что вы поняли, как его закончить. Он у вас должен был закончиться вот этими 4 рельефными столбиками, да, соединенных в одну вершину и одной воздушной петлей. Далее вы соединили с вершиной, значит, предыдущего ряда с вершиной воздушных столбиков, которые мы делали для подъема. И далее нам с вами, вот здесь вообще схема очень запутанная. Честно, я сама наугад как бы, ну, потому что здесь сложно уже понять, что откуда, где начинается. Вот. Но смысл в том, что вот у вас должен быть такой рисунок из столбиков без накида. Значит, давайте начнем. Вот столбик без накида, вот видите, он с крючком как бы идет, то есть он подцепляется под вот эти воздушные петли предыдущего ряда лицевыми. То есть вот мы лицевыми как бы подхватываем, провязываем его. Далее у нас идет 3 воздушных петли. Вот они, 3 воздушных петли. Они соединены в основании, то есть в первую воздушную петлю соединительной петлей, вот так у вас получается такая вот пимпочка, как бы сейчас выведу, вот такая вот как бы пимпочка уже красивая. Вот далее у нас с вами опять идет крючок, столбик, значит, без накида, лицевой в столбик с накидом предыдущего ряда. Вот потом воздушная петля. Но я вам хочу сказать, что здесь уже просто, ну вот, не принципиально. То есть можно даже без воздушной петли вот здесь вот делать. Я просто без воздушной. То есть вот воздушную петлю пропустила, сделала столбик с накидом, крестик вот этот, да. Потом у нас с вами опять идет столбик без накида. Рельефный. Потом опять 3 воздушных петли. Соединены в основание этих, то есть в первую воздушную петлю, да, чтобы у нас опять получилась красивая пимпочка. Вот, потом опять столбик без накида рельефный. И потом у нас с вами идет вот такой узор. Здесь у нас сначала короткий полустолбик с накидом, то есть мы сделали накид, вытянули петлю, провязали все вместе, полустолбик получился. Теперь делаем обычный столбик с накидом. Теперь опять делаем пимпочку
соединяем ее в первую воздушную петлю, да, то есть 3 воздушных петли провязали и соединяем соединительной петлей в основание, то есть в первую воздушную петлю. Опять делаем столбик с накидом, полустолбик, и далее по рисунку в обратном порядке. То есть столбик без накида рельефный, 3 воздушных петли, соединенные в первую воздушную петлю, то есть такая пимпочка, опять столбик без накида. Здесь просто столбик без накида в арку в эту. Почему я говорю, что там не нужна была воздушная петля, потому что вот здесь по рисунку-то ее нету. Вот, то есть тут либо ошибка, то ли что, не знаю. Опять столбик без накида рельефный. 3 воздушных петли, соединенных в первую. Получается пимпочка такая. И опять столбик без накида. Вот. Далее также идем по рисунку, то есть далее у нас идет столбик без накида, потом мы вот эту всю красоту пропускаем, которая у нас тут вершина, да, и получается идем столбик без накида, потом столбик без накида рельефный, 3 воздушных петли соединенных, чтобы опять получилась красивая пимпочка. Столбик рельефный без накида. И так далее по ходу схемы. Я предполагаю, что к этому моменту вы уже научились читать схему и можете самостоятельно вязать рельефный узор. Если вы не плюнули и дошли до этого момента, то я вас искренне поздравляю, потому что это только кажется поначалу все сложно, но на самом деле ничего не сложно. Рельефная техника, она такая же простая, как и обычная. Вот, ничего сложного нет. Просто нужно уметь разбираться в этих значениях, значках. Вот, научившись работать с этой техникой, перед вами откроются просто невероятные возможности вязать красивые, очень красивые вещи. Рельефные ковры, рельефные салфетки. Вот, можете сразу поискать в интернете схемы рельефные крючком и посмотреть, какую красоту девочки вяжут, как это все мило и красиво. Значит, заканчиваем с вами этот ряд. Заканчиваем этот ряд. Смотрим, что у нас получилось. И потом идем крахмалить. У меня записано видео о том, как крахмалить нашу красоту. Вот, чтобы придать ей уже окончательно красивый вид. Потому что можно оставить, было бы, конечно, и так. Она очень такая пышненькая, интересненькая. Но в таком виде она больше похожа на цветочек. А если мы открахмалим, то уже будет все аккуратненько и красиво. Все, девочки, заканчиваем. Я показываю, что у меня получилось. И показываю вам, значит, как крахмалится эту красоту.